Как ищут правонарушителей по камерам видеонаблюдения, узнали покачевские школьники. Им провели экскурсию в единую дежурно-диспетчерскую. Сердце всех оперативных служб города. Здесь хранятся архивные видеозаписи. По ним диспетчеры могут отследить вандалов, рассмотреть их лица и помочь сделать ориентировку для полицейских. Еще одна функция ЕДДС – принимать звонки по номеру 112. Единым телефоном, кстати, часто пользуются дети, но не ради глупых шуток, а чтобы попросить помощь или сообщить о правонарушении. 112 номер детки наши знают города, звонят активно, звонят часто. Значит, в этом году звонки поступали от бдительных детей, которые видели какие-то правонарушения, и не раз нам их передавали, службы реагировали на них. Детки также звонят, когда возникают проблемы с младшими сестрами, с братьями, с родителями. Звонки были. Дети знают наш номер, обращаются активно. Даже вот сейчас мне было очень интересно, откуда эти камеры, как вообще выглядят эти камеры внутри, как все смотрят, управляют ими. Мне вот было сейчас очень интересно, как лица там смотреть, масштабы там все.